Всем привет! Смотрите, какая пришла посылка. Алисе не терпится ее открыть. Ну погоди, не рви ее. Давай рассмотрим, от кого. Смотрите, мам, ну надо. Это практически как мне Алиса говорит: мам, ну надо мне эти монстры. Ну надо, понимаешь? Ну надо. В общем, нам прислали монстров. Долгожданных монстров. Тут есть монстр, которого еще вообще нигде не продают. Это трендовые игрушки. И именно здесь мы нашли то, чего еще нету на других сайтах. Давай, открывай. Мы сейчас посмотрим, кого Алисе прислали. Сама рвешь как монстр коробку. Так, погоди. Наверное, нам нужен ножик или ножницы. Открывай глаза. Закрывай. Так, открывай, я открыла коробку. Давай. Какой же там монстр из бонбона будет? О, стикер бонбон. Стикеры из бонбона? Да. Ух ты, наклейки из бонбона. Ничего себе. Ты, ты хотела такие? Да. Очень хотела. Ой, только это не из бонбонов. Это из Майнкрафта. Из Майнкрафта. Круто, но здесь должен быть и из бонбона. А это что? Это стикеры радужные, друзья. Ух ты, то у тебя двое стикеров теперь. Да, у меня есть радужные, друзья, и бонбон. Класс. Смотри, какой тут бонбон. Да, он миленький. Чувствую, будет наклеено дома по всем шкафчикам. Так, ну давай монстра разыскивать. Он тут должен быть. Где ты спрятался, наш монстр? Кто? Наф-наф. Наф-наф из бонбона? Да, это наф-наф. Ух ты, ты хотела такого? Да, получу. Какой-то паук такой страшный. Тебя съем. Ну надо, понимаете. И Майнкрафт. Так, а что ж нам тут из Майнкрафта-то прислали, а? Вижу, тут уже овечка, крипер. Крипер есть даже. И Стив. И Стив есть, и овечка. Слушай, паук. Класс. Давай срочно открывать. Свинюшка. И овечка. Овечка какая хорошенькая. Так, а это кто? Корова. Вау. Снеговик. И снеговик в Майнкрафте такой есть, да? Да. Эндермен. Ух ты! А ну поверни там. Я Эндермен. Класс, а вот это Стив, да? Ух ты, это он типа в алмазной одежде, да? Да. А тут еще один Стив есть, смотри, без алмазной одежды. Да, и сидит. Да, класс. Два Стива. Супер. Паук из Майнкрафта. Ой, какой страшный. Я его сама боюсь. Крипер, который взрывается. А он не взорвется? Нет. Свинюшка. А свинюшка самая толстенькая. А это кто остался? Это я не знаю. Это скелет. Скелет. Давай распаковывать Наф-Нафа. Давай, Наф-Нафа. Вот видите, я ни на одном сайте не могла этого Наф-Нафа Алисе найти. А тут нам прислали его. Так. Открывайся. Не то. Опа. Вот такой паучок. Алиса у зайчика просила, представьте. А зайчик не приносил, потому что в Китае только где-то далеко мы видели, они продаются. И мы не могли нигде найти. Ни на проме не могли. Не напромили мы, да? Поехали быстрее домой. Мама. А. Просто я хочу на нашу машину поклеить стикер. О, ну это папа вряд ли согласится. На машину клеить, лучше где-то дома поклеишь. В общем, вот такие всякие прикольные штуки вы можете купить. Я вам оставлю ссылочку. Я вам оставлю ссылочку и на Инстаграм, и на сайт, и даже на YouTube-канал, где вот эти вот трендовые игрушки очень быстро появляются. И вот эти всякие из Майнкрафта. Да? Да. Поедем знакомить его с твоими монстрами? Да. Ну, поехали, на. И наших майнкрафтовых жителей. Да, сейчас дома Майнкрафт устроим. Я понесу из бонбонов, а ты все то, хорошо? Ох, какая хитренькая, ну ладно. Так, Алиса тут сегодня Настю нарисовала. Гляньте, как она похоже. Она бабочек нарисовала. Это кофточка, это видишь? А, это кофточка? Это портрет с натуры.
Да, она уже папу так рисовала тоже, да? С натурой, да. Вот не серьезно, я думала, в рамочку поставлю, на память будет прикольно, ну, давай, так получилось. Чтобы не помялся. Это и написала она, или да, за... вот это, да, Настя? Да, она, и вот, она сначала пыталась, но тут была S английская, она говорит, давай заново. Ага, понятно. Все по новой. Так, мы спускаемся. Кто что несет? У меня рюкзак на плечах, Катя тащит чемодан, но он не тяжелый. Там что-то у нее техника, короче, для съемок. Вот. А Виталик уже... Уже ложится спать, потому что завтра в 6 утра уезжает в Киев. Вот, завтра в 6 утра за ним Костя приедет и его отвезет на поезд. Вот такие вот делишки. Ой, чуть не упала. Я думаю, как всегда, припарковался через дорогу. Не? Не, вот он. А, да, рядом. Спасибо. Да не за что, слушай. Мне тоже было интересно. Да. Боже, и тут чуть не упала. Да что такое? О, а где ребенок? Не поняла? Не, серьезно. Им так и ни Настя, ни бабушка сюда все здесь. В машине у Насти, что ли? Они у нас? Она уже вышла и, наверное, поехала. Кость, где Алиса? Она с вами оставалась, я ушел раньше. Что ты ко мне пристала? А бабушка? Тоже нет. То Настина машина через дорогу, нет? Нет. Ну, нормально. Алиса сказала, я вас жду в коридоре на выходе. Но ее там не было. Но выходила бабушка, может, она ее забрала? Может, они где-то одуванчики рвут, блин. Нормально? Они не выходили вообще. Алисы нету. Ее в подъезде нету и в квартире тоже нету. А бабушка может в туалете? Да нет, никого там не было. Бабушка уже тоже выходила. Вон они с бабушкой идут. Алиса, куда вы ушли? Мы испугались. Алиса, зачем так пугать? Так она с бабушкой. Это ты у бабушки спроси, зачем так пугать. Алис, куда ты ушла? Мы же говорили нас ждать. Куда вы с бабушкой ходили? Мы искали папу. Искали папу? Вот же он стоит, прямо под дверью. Вы не заметили? Вот его машинка, вот она. Нет. Тю, искали папу. Господи, мы тут чуть инфаркт не получили уже. Где ребенок делся? А мы испугались, где ты пропала. Иди, я тебя посажу в машинку. Иди. Катя, позвони папе, он же переживает. Пошли, посажу в машинку. Иди сюда. Это капец, они с бабушкой не увидели твою машину и пошли искать. Нет, мы не пошли искать. А куда вы делись? Во-первых, она пошла не сама с бабушкой. С бабушкой она не пропадет. Во-вторых, мы просто пошли не в ту сторону. Тут выход где-то тут был, а мы пошли. А, вы во двор вышли? И мы, получилось, дворами вышли аж. Ну вот Костя и говорит, никто не выходил. Я, говорит, не видел ни бабушки, ни Алисы. Мы, знаешь, как перепугались? Мы подумали, что ты в туалете осталась там, а Алиса куда-то ушла. Но Алиса сама бы не ушла. Ну, а кто его знает? Нет, она стояла и ждала. Ну, я понимаю, но так мы же не знали этого. Мы капец как перепугались. Какой-то бар. Кафе там или бар наверху, на доме. И с такой красивой подсветкой проезжаем вообще. Я хочу туда. Куда? Вот что-то... Ну, туда же. А, туда, где подсветка? Это ресторан. Кстати, Виталик так искренне похвалил мой борщ. Ну, я и ожидала, что он будет говорить, что вкусно. Ну, из правил приличия, да? Но он реально искренне похвалил. Ну, он так с удивлением сказал, у вас такой вкусный борщ получился. Я говорю, ну, я снимала, как я его варила. Я сижу, рецепт на канале, говорю. Вот, так что... Так что борщ с куриной печенкой вкусный. Алиса с Наф-Нафом играет. Который танцует и показывает сердечко. Сердечко показывает? Да. А он вообще в Бан-Бане хороший персонаж или очень злой? И злой, и хороший. Да? Такой-такой? Да. Птица Опила, я так поняла, хороший персонаж и слон хороший, да? Да. Ну, судя по игре, они же там на спине катают, а как все трусится, но борща уже осталось мало, он уже не разольется. Можно не бояться. Так, тушу свет. Слушай, Лена, а ты это, сметану там оставила? Да, я оставила Виталику. Мы ж ему это, борща отлили в нашу кастрюльку маленькую. Надо будет кастрюльку не забыть потом забрать. Сметану ему оставила, конечно.
Батон у нас выглядывает сверху. Где? Вон, смотри, на крыше. Отсюда посмотри. Где? Иди сюда, увидишь. Вон, смотри. А, да, сидит как король. О, пап, можешь взять, пожалуйста, борщ? Я сейчас быстренько чемодан. Борщ у меня откуда? Батоша, Батошенька. Батон так любит нас встречать, как Умка. Ага. Так, собака сейчас, чтобы не выскочила. Привет, мои маленькие мальчики. И Батон бегом бежит домой. Как всегда. Мы приходим, он забегает, а потом хочет гулять. Катя, ты видела, какой я купила коврик? Нет. Вон, смотри. Это мумки оборот. А, да, если ты борщ сюда заносишь, то мне просто в тарелку. Хочешь? А, бабушка борщ просила, да. А, хорошо, да. Хорошо. Пап, заноси. Что там такое? Я не знаю, какие-то палки. Я дала мумки оборот палкой. Алис, идем. Закрывай двери скорее, чтобы кошки не вышли. Ой, как сильно. Все. Кость, ты слышал? Алиса говорит, я Умке аборт кидала. Аборт. А она говорит, аборт. Манюнич. Аборт, аборт, аборт. Так, Алиса побежала мыть руки и сразу хочет клеить наклейки. Мне кажется, она начнет с банбанов, а потом уже будет радужные друзья, потому что сейчас она больше банбанами увлекается. Слушайте, наклейки обалденные. Класс. Их тут так много. О, вот, кажется, красного вижу. Боже, я уже всех монстров знаю. А, нет, это уже бон-бон. Бежишь, бежишь, вот. Несешься. Я покупала его, чтобы был опять? Чистым. Ну, да. Вешай, сушить и раздевайся. Вот, а я пока твои наклейки рассматриваю. Там уже утки. Ну, утки, да, они выросли. Они огромные. А пила что-то говорит. Что-то по типу улыбнитесь. О, боже, какой страшный монстр. Тут их очень много разных вариаций. Слушайте, прикольно. Даже птицы и пилы разные. О, ужас какой. Он кого-то съел. Жесть. Есть такие безобидные картинки, а есть... Вот, например, трэш. Так, это бамбалина. Опять птица опила. Так, это тут что-то бонбон испугался. Да, я тут рассматриваю твои наклейки. Слушай, их так много, и они такие разные, такие классные. Глянь, сколько их. Да, ого! Это еще не все. Ты разденься, шапку сними. Я их пока разложу тебе. Можно я их поклею сейчас? Можно, прям? Можно. Вау, как настоящий бон-бон. Да. О, а это похоже на стингерфлина. Да. Тут много разных стингерфлинов. Я одного уже отклеила. Хорошо. Только думай хорошо, куда приклеивать. Это же будет надолго. Смотри, мам. Ух ты. А это кто еще такой? Это такой бан-бан. Да, а это кто такой? Это стингерфлин такой милый вместе вместе с капитаном Фидусом. Это бан-бан Супермен? Или да. Что? Это бан-бан Супермен. Трусы на замке. Да. Отпустите, я ж не виновен. Очень классные наклейки. Я отклеиваю вот эту. Хорошо. Вот, смотри. У Алисы и так много наклеек, а теперь вообще будет. На шкафчиках куча. Вот так красиво. Класс, да, супер. Теперь вот это. Вот такая наклеечка. Теперь эту будешь клеить, да? Да. Ой, ну это вообще ужас. Да, это уже так сказала. Кто-то кого-то съел. Это же Джамбо Джордж съедает человека. Кошмар. Кошмар. Какая наклейка. Может, такую не будем клеить? Не-е-е. Я все клею. А смотри, рядом с вот тем змеем твоим нарисованным местом. Во, видишь, как раз место есть. Вот так. Ты их хорошенько разравниваешь, чтобы они долго держались. Вот такой рисуночек. Бамбалина тут такая веселая, радостная. В общем, это надолго.